только наши, не трындели. Но я фотки не фоткаю. А что ты сейчас пускаешь? Я видео снимаю. А, нет, трындеть это Карина Робертовна могла бы себя... Ну, не гимнастика все. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, уважаемые зрители. Это все снимается. Наши прекрасные нации утверждения. Сегодня мы проводим 8-й открытый республиканский турнир по художественной гимнастике «Чумудачанка». Художественная гимнастика – это не только яркий выразительный вид спорта, но и захватывающее воображение искусства. Девочки по очереди выходят на ковер, и каждый показывает свое маленькое театральное представление. Наряду с обязательными элементами в нем задействованы внешние атрибуты и внутренние душевные порывы гимнастики, ее способности к первому воплощению, выбранный сценический образ. Получение хороших оценок способствует не только высокая техничность и набор сложных красивых элементов движения, связанных так с вами шагов, но и правильно подобранная музыка, красивый внешний вид, владение эмоциями, мимикой, жестами, умение передать глубокие чувственные переживания. Это вид спорта многогранен. Прежде чем выполнить какое-нибудь упражнение, выразительно нужно подготовиться физически, исполнять упражнения технически так, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. Так и в жизни. Человек, прежде чем научиться ходить, позы, затем учится хорошо ходить, а потом уже задумывается о том, чтобы ходить красиво, элегантно, манерно. Следовательно, много говорить о важности физической подготовки художников нет смысла. Можно лишь подчеркнуть, что в наши дни, когда уровень мастерства в гимнастике вырос необычайно, никакой талант не поможет занять высшую ступень пьедестала почета, если гимнастка не будет отдавать своему любимому виду спорта всю себя, трудясь до седьмого года. Так что признайтесь, девочки, каждая из вас может добиться высоких результатов. Все зависит только от вас. И от всей души разрешите пожелать удачи на предстоящих сериалах.